Вы слышите, друзья мои, это наши позывные. Я люблю тебя, мой милый город. Тимурхану со своими новостями. Сегодня не со своими новостями. Сегодня я предложил рассказать о своих новостях Виктора Александровича Толоконского. Григорий представлять не буду. Уже достаточно сказать Толоконский, все понимают, кто это и что это собеседник интересный. Здравствуйте, Виктор Александрович. Здравствуйте. Виктор Александрович, а какие-то традиции Дня города в ваше время, когда вы были мэром и после, как-то вы закладывались? Чем вы гордитесь вот из тех идей, ну, которые заложены? Знаете, здесь очень много воспоминаний. Во-первых, история Дня города, она уходит еще в 80-е годы. И это тоже было всегда важно, интересно. Помню свое первое такое немножко смешное участие в Дне города. Не скажу точно год, наверное, 86-й. Тогда была активная борьба с алкоголем. Да-да. И меня, я работал тогда в облсполкоме, занимался производством товаров народного потребления, торговли, знал, сколько производится водки, сколько продается, сколько потребляется. Меня попросили на ступеньках дома быта. Я говорил о том, как эта борьба идет в нашем регионе, сколько мы производим. Извините, борьба с алкоголем или с алкоголиками? Нет, именно с алкоголем вообще. И тогда День города отмечался не так, как сейчас, в июне. Это вот я уже вводил постоянную такую дату в конце июня. А тогда это было начало октября, было холодно. И, в общем, согреться совершенно было бы не лишним. Но мы говорили с руководителем общества как раз борьбы вот с алкоголиками о вреде этого. Потом была трагедия, тоже конец, по-моему, 80-х, когда в день города столкнулись два поезда в Башкирии, под Уфой, Новосибирск-Адлер, погибли наши земляки, день города был остановлен, тоже помню такое очень тревожное настроение, как так среди, вот прямо днем, среди вот массовых там мероприятий, торжеств, надо было объявить и фактически объявить траур. Конечно, незабываемое в истории Новосибирска должно быть подготовка и проведение столетия Новосибирска. Это 1993 год, очень тяжелое время, в октябре уже был там штурм Белого дома, еще совершенно было неопределенные ценности, неопределенная государственная власть. Люди были больше разъединены, чем объединены. И начались вот серьезные экономические трудности. И в это время нужно было, и нужно, я тут отдаю должное, преклоняюсь перед оптимизмом и политическим чутьем Ивана Ивановича Индинка, который все-таки вот снимал все сомнения во многих из нас. Я уже тогда работал первым заместителем мэра. И мы готовились к этому дню в неимоверно сложных условиях, но это был такой творческий процесс, и была так интересна именно подготовка, как построить часовню. Кстати, вот уже прошло с этого времени там скоро 30 лет, а тем не менее вот такого представительного Дня города не было никогда. У нас были в гостях очень много лидеров городов, у нас был вице-президент тогда Рудской, были зарубежные гости. Я вот как первый зам сопровождал мэра Саппоро, господина Кацуру. И столько было новых решений, столько было вот энергии созидания, что вот Индинок, как мэр, который организовал и проводил столетие, должен войти там навсегда в историю Новосибирска. И вот та, по нынешним меркам, наверное, скромная часовня, которая построена вот на центральной аллее. Здравствуйте. У нас прямой эфир. Это очень важно. И это тоже традиция. И потом каждый год что-то вводилось новое. Мне, кстати, вот буквально на днях кто-то из близких, знакомых спросила, кто придумал зарядку в день города, вроде как лишнее мероприятие. Говорю, я придумал, потому что хотелось, чтобы было очень много событий. И мы начинали на «Спартаке»,
я делал зарядку как мэр города, потом играл в стритбол, баскетбол устанавливали, тогда это была редкость, а тогда это был экзотический вид спорта, 3x3, на одно кольцо мы с трудом доставали оборудование, покрытие и играли. Для меня очень важно было в День города, я все время это, ну, как-то передавал своим коллегам, что это самый главный день, самые большие возможности общения с новосибирцами. Не приглашали каких-то там звезд эстрады. Я помню, когда вот у меня были там 3.5 года работы и жизни в Красноярске, там как-то все это проходит очень традиционно. Открытие, потом пустые улицы, как-то горожане не очень откликались в Красноярске, потом вечером какой-то там звезда, я помню, Глория Гейнер была там, еще, чтобы на площади собралось много людей, концерт, фейерверк. А в Новосибирске, все-таки я считаю, что это традиция, люди должны были почувствовать свою сопричастность к этому дню, к этому празднику, свое желание сказать слова любви этому городу. И мы часто вспоминаем, у нас каждый из внуков помнит первый фейерверк, когда мы совсем маленькие, там всей семьей приходили сюда вот на ступеньки мэрии. Кто-то из детей боялся, плакал, когда начиналась стрельба, кто-то спокойно воспринимал, но вот сейчас каждому уже они, кто-то уже взрослые практически, но вот напоминаю, как они участвовали, встречали этот день города. Но ведь это не такое уж дешевое событие. Вот я опубликовал некоторые цифры расходов на День города. Так они производят вообще впечатление, как будто очень, как большие цифры. Как вы считаете, вот эти затраты, они оправданы? Ну, вы знаете, мне трудно сказать, как сейчас происходит. В мое время бюджет непосредственно не тратил ничего. То есть я прямо запрещал даже какую-то принимать смету, какое-то решение. Делалось как? Какие-то затраты учитывались в годовых сметах. Ну, вот есть бюджет культуры отрасли. Понятно. Там разные есть мероприятия, целый год, разные фестивали, конкурсы. Что-то планировалось в День города. Там бюджет спорта, там бюджет благоустройства. Там мы всегда старались в День города закончить ремонт там, дорог, разметку. То есть это были какие-то плановые годовые расходы, просто сконцентрированные к Дню города или в День города. А какие-то расходы брали на себя горожане, брали компании, брали различные спонсоры. Потом я помню времена, когда у спонсора был конкурс. Мы не каждого там, я помню, вот был тоже такой немножко курьезный случай, когда, ну, у меня были сомнения, привлекать ли в спонсоры там Coca-Cola, по-моему, то есть как иностранную компанию, потому что нужно было писать тогда на сцене какие-то, ну, да, там слова, какую-то атрибутику. Поэтому как раз вот участие всех самодеятельных коллективов, не приглашение, сказал, никаких там звезд и никаких, это позволяло проводить этот праздник без каких-либо затрат, но я считаю, с очень важным социальным эффектом. Всегда еще очень важно была погода. Даже когда мы выбрали конец июня как время, когда наиболее, ну, что ли, благоприятная в Сибири погода, тем не менее, я помню один день города, я тогда был мэром, мы открытие переносили там с 10-11 утра на 14 часов дня, шел такой моросящий осенний дождь, и невозможно было начать, но в 2 часа он кончился, так и метеорологи прогнозировали, и мы по каким-то приметам чувствовали, что летний дождь до обеда, и в 2 часа мы спокойно открыли. И помню, тогда я уже, наверное, был губернатором, уже, наверное, Городецкий проводил День города, вот сцена была здесь около архитектурной академии, вот, тут в торце сцена. И помню, как раз выступаю, поздравляю, говорю, и проливной дождь начинается. Люди инстинктивно начинают разбегаться, потому что просто, ну, ливень. И стоишь весь мокрый там до нитки, но все-таки там стараешься там завершить какие-то свои слова поздравлений, пожеланий. То есть от погоды очень много зависело. Я помню, всегда последние дни перед Днем города мы всегда смотрели на надеялись, небо с надеждой. Да, надеялись, да. Поэтому
сейчас... очень важный. Вот для меня даже вот сейчас я уже там мало связан с Новосибирском, кроме того, что это моя родина, что я здесь родился, что вся жизнь моя, что это единственный город, где я чувствую себя всегда тепло и уютно, что здесь могилы моих самых близких людей. Тем не менее, я жду этот день, никогда стараюсь не уезжать. И вот почувствовать эту атмосферу для меня до сих пор очень-очень важно. Вот у нас очень много сейчас стало таких ярких творческих элементов в оформлении города, особенно в День города. Тут большую роль играет департамент Анны Васильевны Терешковой. Вот как вы оцениваете их деятельность? Потому что зачастую критикуют, мол, кто за яркость, кто за затратность. Но вот этот подход такой особенно яркий, творческий, как вы его оцениваете? Ну, вы знаете, любое творчество, оно для меня важно. И это естественно, когда какие-то творческие проекты вызывают какие-то там возражения, но на это не надо обращать внимание. Хуже было бы, если бы все были равнодушны, все жили бы только какими-то прошлыми традициями. Поэтому я считаю важным, что появляется много нового. Что-то сейчас на набережной происходит. Вот эти дни часто гуляю там по городу, вот слышу, там некоторые молодые люди идут, вот какой-то фестиваль цветов, там перекрыли Ленина, там транспорт. Ну, это не надо. Всегда будут люди, которые будут, как Баба-Яга, против там всего. Вот. Поэтому понятно, что такие творческие проекты – это всегда концентрация вкуса. Поэтому, конечно, есть люди, которые скажут, что, может быть, это сделано не так точно или там без какого-то там должного вкуса. Нет, еще раз говорю, мне вот эти проекты нравятся, и то, что собирает людей, то, что привлекает, вот в 93-м, я не знаю, мы об этом не говорили, но мне кажется, даже если Индинок это и не осознавал, то была какая-то политическая интуиция, что такой праздник, такой день объединит людей, которые разобщены там политическими событиями, сложной там экономической ситуацией, социальной, так и здесь. Мне кажется, сегодня тоже, в общем-то, ситуация не такая простая. И люди переживают очень много своих проблем, своих личных, семейных, общих. Я думаю, что очень многие люди находятся в состоянии такого тревожного ожидания, что же дальше, а в чем ближайшее будущее. И вот такой день, такое сплочение, оно, конечно, важно. Главное, конечно, чтобы какие-то мероприятия не доставляли особых неудобств. Я помню, вот для меня была всегда проблема туалеты. Да не было биотуалетов. Я помню, как тоже в День города приходили там жильцы близлежащих домов и говорили, там, понятно, товарищ мэр, ну придумайте что-нибудь, так же нельзя. И мы тогда эту решали проблему как там особо важную, особо значимую. Потом тоже не просто давалось решение запретить в этот день продажу алкоголя, пива, потому что тоже зрелище немножко жутковатое, когда там много там сотни людей с бутылками. Потом их били, там стекло, да. Это даже, да, я помню. То есть это было, так и сейчас. Конечно, кому-то неудобно, там что что-то перекрылось, что-то труднее там. Но еще раз говорю, это ведь один день в году. Это праздник. Поэтому я считаю, что как раз и Анна Васильевна и ее коллеги, они делают доброе дело, и любые эти инициативы, проекты, они для новосибирцев. Почти там 20 лет работы руководителем города, области, все-таки всегда меня убеждало, что это в Новосибирске проходит интереснее, чем во многих других городах, что новосибирцам день города нужен, день рождения они ощущают сами. Надеюсь, что это настроение, это состояние сохранилось, и хочу поздравить новосибирцев, хочу пожелать им самого-самого интересного, самых ярких впечатлений в эти дни, сегодня и в ближайшие выходные. С вами Тимур Ханов из Новосибирска. С Виктором Александровичем Толоконским, наверное, одним из самых известных и самых интересных людей в Новосибирске. Спасибо вам за разговор. Спасибо, Виктор Александрович.